В год семьи новостной сайт kamensk24.ru объявляет проект «Читаем вместе». Михаил Шолохов. «Тихий Дон». Мелеховский двор на самом краю хутора. Ворота со скотиньего база ведут на север к Дону. Крутой восьмисожженный спуск меж замшелых в прозелени меловых глыб. И вот берег. Перламутровая россыпь ракушек, серая изломистая кайма, нацелованная волнами гальки и дальше, перекипающая под ветром вороненной рябью стремя Дона. На восток, за красноталом гуменных плетней, гетманский шлях, полынная просить, истоптанной конскими копытами бурый живущий придорожник. Часовенька на развилке, за ней задернутая текучим маревом степь. С юга меловая хребтина горы. На запад улица, пронизывающая площадь, бегущая к займищу. В предпоследнюю турецкую кампанию вернулся в хутор казак Мелехов Прокофий. Из Туреччины привел он жену маленькую, закутанную в шаль женщину. Она прятала лицо, редко показывая тоскующие одичалые глаза. Пахла шелковая шаль далекими неведомыми запахами. Радужные узоры ее питали бабью зависть. Пленная турчанка сторонилась родных Прокофия. И старик Мелехов вскоре отделил сына. В курение его не ходил до смерти, не забывая обиды. Прокофий обстроился скоро. Плотники срубили курень, сам пригородил базы для скотины и к осени увел на новое хозяйство сгорбленную иноземку жену. Шел с ней за арбой с имуществом по хутору. Высыпали на улицу все от мала до велика. Казаки сдержанно посмеивались в бороды, голосисто перекликались бабы, орда немытых казачат улюлюкала Прокофию след. Но он, распахнув чекмень, шел медленно, как по пахотной борозде, сжимал черной ладонью хрупкую кисть жениной руки. Непокорно нес белеса чубатую голову, лишь под скулами у него пухли и катались желваки, да промеж каменных, по всегдашней неподвижности бровей, проступал пот. С той поры редко видели его в хуторе, не бывал он и на Майдане. Жил в своем курине на отшибе у Дона, берегом. Гутарили про него по хутору чудное. Ребятишки, пасшие за прогоном телят, рассказывали, будто видели они, как Прокофий вечерами, когда в вянут зори, на руках носил жену до татарского анжик-кургана. Сажал ее там, на макушке кургана, спиной к источенному столетиями назреватому камню, садился с ней рядом, и так подолгу глядели они в степь. Глядели до тех пор, пока истухала заря, а потом Прокофий кутал жену в зипун и на руках относил домой. Хутор терялся в догадках, подыскивая объяснение таким диковинным поступкам. Бабам за разговорами поискаться некогда было. Разно гутарили и о жене Прокофия. Одни утверждали, что красоты она доселе не виданы, другие наоборот. Решилось все после того, как самая отчаянная из баб, жалмерка Мавра, сбегала к Прокофию будто бы за свежей накваской. Прокофий полез за накваской в погреб, а за это время Мавра и разглядела, что турчанка попала с Прокофию последняя из никудышних.